Этот порт расположен на островах дельты Невы. Все флаги в гости будут к нам. Уже в ноябре 1703 года в Неву войдет голландский корабль, и сам Петр I в лоцманской одежде сделает его проводку до места стоянки. Он пригласит шкипера отобедать, а тот подарит жене лоцмана прекрасный сыр и кусок полотна на рубашке, в которых была бы нарядна даже императрица. Чуть ли не гомерический хохот вельможи в звездах, который, по словам лоцмана Питера, снова пришел к нему просить денег в долг, тут же помог понять шкиперу, в чьем доме он находится. И долгие годы он рассказывал по всем тавернам об этом невероятном обеде. Ведь, начиная строить крепость, Петр I повелел приготовить 500 золотых первому иностранному судну, которое бросит якорь в Неве. В 1725 году в петербургский порт зашло уже почти 500 кораблей. Первоначально порт размещался у Троицкой площади, но вскоре переместился на берег Малой Невы. К 1810 году по проекту Тома де Тамона на стрелке Васильевского острова будет создан целый ансамбль, включающий в себя здание биржи и растральные колонны-маяки. Рядом будут построены пакгаузы и таможня. Фарватер Невы имеет глубину около 2,5 метров, поэтому крупнотоннажным судам приходилось в Кронштадте перегружать свои товары на лихтера. И с каждым годом все теснее становилось на стрелке, где эти лихтера в ожидании разгрузки выстраивались в несколько рядов. В 1860 году английская газета писала, что путь от Лондона до Кронштадта значительно короче, чем путь от Кронштадта до стрелки Васильевского острова. При Александре II правительству будет представлен целый ряд проектов глубоководного морского канала и нового порта. В 1870 году проект порта, в котором соединились бы три торговых пути – морской, речной и железнодорожный, предложит промышленник Николай Иванович Путилов. Он планировал построить несколько рейдовых и барочных бассейнов, хлебные, лесные и угольные склады, доки, матросскую слободу, церковь на площади у пристани иностранных пароходных линий, таможню. И пусть порт Петербурга встанет в один ряд, а то и затмит собой порты Гамбурга, Антверпена и Ливерпуля. Получив одобрение своей идеи у самого Александра II, Путилов начинает строительство. Но против него тут же ополчились и купцы, не желавшие расставаться со своими амбарами, и владельцы лихтеров, и подкупленные ими чиновники. И тогда Путилов уже без всякого от правительства содействия или пособия продолжает строительство на свои средства, влезая в огромные долги, ведущие его к разорению. В 1880 году от долговой тюрьмы его спасет только смерть. К 1885 году государство за свой счет построит морской канал и две небольшие гавани. Одну для привозной, другую для отпускной торговли. И на долгие десятилетия городская торговля придет в упадок. Сейчас морской порт Петербурга – крупнейший транспортный узел на северо-западе России. И располагается он именно на том месте, где его спроектировал и начал строить Николай Иванович Путилов.